Thank you.
Что вы сейчас спросите: Алекс, какого нафиг эти огромные объекты летают над моим домом? О, тебе повезло, друг, ты избранный. Ну или ты будешь похищен этими объектами и пришельцами. Похищен, звучит так интересно. Нет, скорее из тебя сделают вкусное или необычное блюдо в виде марсианского космической еды. Ну, или из тебя сделают куклу. Да, кукла звучит интересно, и тем более человеческая. А почему и кукла? Да я думаю, мы как манекены для них. Нет, ну посмотрите, огромные гигантские объекты по всему миру, и вы сейчас их наблюдали. И ты. Обычный человек, который не верит в существование. Не верит. Или не хочешь верить. А нет, или ты хочешь верить. А давай сыграем в игру. Ты пришелец, а я человек. Что ты будешь делать? Ты будешь прятаться, сбегать, искать выход, стать обратно человеком. Но это же так круто. А я как человек военный буду охотиться за тобой. Из тебя что-то сделать, поймать, добыть и какую-то информацию, а потом всем рассказать. Ну или скрыть, чтобы разобраться о будущем. А ведь ты интересная вещь будешь для военных. Интересная игра, не так ли? Пришелец прячется, военные ищут. Круто. Ты проиграл. Ты пойман нами. И такое, друзья, возможно везде. Но вы прекрасно понимаете, что объекты НЛО — это гуманоиды. Это суперразвитые, суперкрутые и суперопасные существа. Алекс, остановись, не думай, что они крутые. Я не предполагаю, что они крутые, я предполагаю, они суперские и необычные. И я хочу ваше мнение, чтобы вы поделились со мной. И знаете, уже скоро. Ставьте лайки, подписывайтесь.